Собственно, когда я вам рассказывал про то, как была открыта двуспиральная структура ДНК, я говорил, что само по себе предложение этой модели, в общем-то, не вызвало какого-то бурного отклика. Но основным было то, что авторы этой модели на ее основании предложили способ точного удвоения ДНК. И вот это уже стало неким толчком для разного рода исследований. На чем состояла эта модель? Уотсон и Крик предположили, что точная комплементарность двух цепей позволяет клетке разделять эти цепи и затем на каждую из них достраивать вторую по принципу комплементарности, то есть так, как показано здесь. Значит, исходно были две цепочки, значит, они разделились, одна из них идет старая, а к ней постепенно достраиваются нуклеотиды второй. Они не фантазировали насчет конкретного механизма, насчет ферментов, благо в ферментах они совсем не разбирались, но важен был сам принцип. То есть принцип комплементарности оснований, который использовался для соединения. Почему такой принцип можно было предположить? Дело в том, что уже тогда было ясно, что ферменты имеют некие центры связывания своих субстратов, строго геометрически им соответствующие. Сейчас мы знаем, что они не всегда сразу строго соответствуют, что там есть переходы и так далее. Ну, тогда господствовала так называемая гипотеза Фишера, что ферменты и субстрат подходят как ключ к замку. И вот здесь появилась очень хорошая возможность. Дело в том, что пара оснований, как мы с вами говорили на позапрошлой лекции, они одинаковы по размерам. Это означает, что если у вас активный центр фермента организован так, что он выдерживает вот такое расстояние, то здесь может присоединиться только такой нуклеотид, у которого основание комплементарно этому. То есть если у нас гуанин, здесь может стать только цитозин. Иначе размер будет другой, в активный центр не уляжется. Если там, соответственно, аденин, то встать может только тимин, потому что если встанет цитозин, то окажется, что он повернут под другим углом, там и связи не так образуются. А если встанет гуанин, который, кстати, образует весьма хорошую пару с аденином, то она будет намного больше, и она просто не уместится в активный центр. Таким образом, фермент как бы перебирает нуклеотиды и присоединяет комплементарные. Понятно, что это была гипотеза, и хотя она объясняла нечто фундаментальное в живых организмах, а именно их способность к размножению через удвоение генетического материала, эта гипотеза, так же, как и любая другая, требовала доказательств. И доказательства эти были получены вскоре двумя американскими исследователями, Мизельсоном и Сталем, которые использовали метод центрифугирования ДНК для того, чтобы отличить старую и новую ДНК. Вот основная проблема, когда синтезируются какие-то полимеры, состоит в том, что в клетке полимеров много, а новые составляют меньшую часть. Поэтому определить новый белок, скажем, или новую РНК, или новую ДНК, которая образовалась в клетке, сложно из-за того, что старые много. В большинстве случаев и сейчас, и особенно вот последние там, 30 лет до этого, для этого, как правило, используются радиоактивно меченные субстраты. Но в данном случае обошлось без радиоактивных субстратов, потому что они на самом деле не очень бы упрощали ситуацию. Подход был выбран другой. Дело в том, что те элементы, которые входят в состав ДНК, кроме фосфора, это довольно легкие атомы. И у них есть более тяжелые изотопы. И если вы возьмете, скажем, обычный углерод С12, то в нем всегда есть какое-то количество примеси С13 изотопа. Ну и какое-то количество радиоактивного С14, но того мало, потому что он хотя и медленно, но распадается. А С13 накапливается там миллионами лет, если, так сказать, где-то он образовался. А образуется и тот, и другой, кстати, в верхних слоях атмосферы под действием космических лучей. Это используется, скажем, для датировки определенных, так сказать, органических соединений в природе. Но нас сейчас интересует не это. Мизельсон и Сталь взяли стабильные изотопы N14 азот и N13 углерод. Ой, простите, N15 азот, N14 обычный. Поскольку в это время уже ядерная физика более-менее на промышленную основу вышла, изотопы эти получались в ускорителях и были вполне доступны,
Значит, они взяли не просто эти изотопы, они взяли углерод в составе глюкозы, а, соответственно, азот просто в виде соли аммония. И добавили их в ту среду, на которой росла кишечная палочка. Точнее, не добавили, а сделали среду из таких вот тяжелых субстратов. В результате того, что бактерии многократно делятся, ДНК их все время синтезируется, новая, она постепенно, практически вся будет состоять из этих тяжелых изотопов. И когда они такое выращивание провели и выделили ДНК, они ее сравнили с обычной ДНК методом центрифугирования в градиенте плотности. Представляете, да? Ну, то есть, в принципе, есть два варианта разделения. Можно разделять частицы по тому, какую они имеют форму, либо по тому, какую они имеют массу. Но в случае массы нам важна не собственно масса, а разность плотностей между средой и частицей. Ну, то есть работает обычный закон Архимеда. И плюс еще одна довольно интересная вещь. Если вы возьмете обычную ультрацентрифугу со скоростью вращения где-то 30-40 тысяч оборотов в минуту, поместите в нее раствор хлористого цезия, ну, такой хорошо насыщенный, где-то порядка 6-7 молей этой соли, а соль тяжелая, и начнете центрифугировать, у вас получится довольно интересный феномен. У вас ионы цезия под действием ускорения, которое возникает в центрифуге, оно примерно там в 100-150 тысяч раз больше земного тяготения, начинают оседать. Но поскольку они относительно маленькие, они за счет диффузии стремятся, так сказать, распределиться равномерно, и, кажется, получается, что в нижней части их много, в верхней мало, но они не оседают, а распределяются примерно так же, как газ в атмосфере, только величины сил, которые действуют здесь, намного больше. И пространство намного меньше. В результате мы получаем пробирку, значит, здесь у нас исходно был налит равномерный раствор, у него здесь будет много цезия, меньше, вверху совсем мало. Если мы нарисуем график распределения плотности, то мы увидим, что здесь плотность маленькая, здесь она постепенно возрастает до какой-то величины. И вот оказалось, что хлористый цезий дает растворы с плотностью в том интервале, который соответствует плотности ДНК. Ну, здесь опять же надо немножко, наверное, сказать, что здесь не совсем обычная плотность используется. Дело в том, что такое плотность, вы, наверное, все хорошо знаете, да? В принципе, можно это сделать, только это довольно трудное занятие. Обычно, если у вас рыхлые сыпучие вещества, возникает проблема измерения объема, который они занимают. Для этого есть специальные приборы, называемые пикнометрами. Это, грубо говоря, маленькая такая мерная колбочка, то есть колба с длинным узким горлом, на котором стоит метка, соответствующая некому определенному объему. Вы берете эту колбу, наполняете ее сухим сыпучим веществом, определенным весовым количеством, а потом заливаете растворителем, в котором это вещество не растворяется. И меряете, сколько туда вошло этого растворителя. Вы знаете общий объем колбы, вы знаете объем, который занял растворитель, значит, все остальное – это ваше вещество. И таким образом можно померить плотность ДНК, плотность белков и так далее. Но эти величины оказались совсем не такими, которые в этом эксперименте обнаружились. Дело в том, что когда у вас ДНК находится в растворе, у нее фосфатные группы вокруг себя удерживают противоионы. А цезий – тяжелые ионы, поэтому то, что туда присоединяется цезий, довольно сильно увеличивает общую плотность ДНК. И если ДНК такая, скажем так, чистая, сухая, имеет плотность где-то порядка 1,2, 1,3, так же, как и белки, то вот в таком градиенте она ведет себя как вещество с плотностью примерно 1,7, 1,8, ну, 1,6, 1,8, так скажем. И этот интервал плотности, он как раз хорошо создается при центрифугировании хлористого цезия. То есть где-то вот здесь вот находится величина, соответствующая плотности ДНК. Что это означает? Если мы в этот сосуд, помимо раствора хлористого цезия, поместим еще и ДНК, то цезий у нас распределится, создав градиент, а дальше в этом градиенте ДНК, которая большая,
и у которой диффузия, соответственно, ничтожно мала по сравнению с ионами цезия, начнет распределяться так же, как и цезий под действием силы тяжести, то есть оседать вниз, до тех пор, пока не достигнет зоны своей плотности. То есть если ДНК у нас находится в верхней части, вот здесь вот, она будет двигаться сюда. А если в нижней части, где плотность выше, она будет двигаться, соответственно, вверх. И в результате молекулы, исходно распределенные равномерно по всему стаканчику центрифужному, окажутся в одной узкой зоне, соответствующей плотности. Ну, дальше чисто техническая задача получить эту ДНК или определить, где она расположена, определить, какая там есть плотность. Ну, в случае опытов Мезельсона стали, там даже плотность не нужно было определять, потому что они взяли две ДНК, выращенные на обычных средах и на тяжелых средах, и оказалось, что у них плотность довольно сильно различается. То есть, если мы возьмем ДНК, выращенную на тяжелой среде, она окажется где-то вот здесь, значит, это у нас C13N15. Обычную легкую среду, если мы возьмем, у нас она окажется где-то вот здесь. Они специально подбирали концентрацию, чтобы, так сказать, это как бы рассядилось на весь стаканчик. Что они сделали дальше? Они взяли клетки, выращенные на тяжелой среде, и перенесли на легкую. Клетки, естественно, на свежей среде начали расти и делиться. Они подождали время, необходимое для удвоения клеток. Это где-то примерно полчаса. Взяли полученные клетки и выделили из них ДНК. И подвергли той же самой процедуре. Соответственно, какие могли быть результаты в данном случае? Если бы у нас новая ДНК синтезировалась независимо от старой, как отдельная молекула, так как синтезируются, скажем, белки, как синтезируются полисахариды, то новая ДНК вся была бы легкой, а старая вся тяжелой. В этом случае мы получили бы вариант, когда у нас здесь появлялась бы легкая и тяжелая нить. Значит, это тот случай, когда у нас из ДНК исходная тяжелая синтезируется новая легкая, и плюс остается старая тяжелая. Такой механизм получил название консервативного. Второй вариант мог получиться тогда, когда у нас ДНК удваивалась по механизму, приложенному Уотсоном и Криком. Что в этом случае было? В этом случае у нас, соответственно, была исходно тяжелая ДНК. Каждая из цепей служила для достройки второй. То есть мы получаем нити, состоящие из одной тяжелой и другой легкой половинки, и тогда мы должны были бы получить картинку, когда у нас ДНК получалась промежуточной плотности. Был еще третий вариант, который состоял в том, что ДНК в одних местах синтезировалась новая на данной нити, а в других оставалась старая, то есть так называемый мозаичный механизм. В общем, было понятно, что он маловероятен, но в этом случае что получалось? У нас вот была старая ДНК, в результате получалась молекула, которая вот здесь вот старый участок, потом идет новый участок, потом старый, потом новый. И, соответственно, во второй нити было бы, скажем, наоборот, или если говорить про две молекулы, то, соответственно, могло быть в разных местах разное вот такое распределение, случайное. Что в этом случае получалось? То же самое, что и здесь. То есть этот вариант и этот вариант давали одну и ту же картинку теоретически. Такая картинка и получилась в эксперименте. То есть когда Мезельсон и Сталь выделили ДНК после одного цикла репликации, у них не было двух зон, легкой и тяжелой. И отсюда эта модель не работала. Осталось выбрать из этих двух. Ну, здесь, в общем, особенно фантазировать не пришлось. Они просто взяли и вырастили клетки не один цикл, а два. Что происходит в этом случае? Если у нас будет вот такая модель, то у нас плотность начнет
по мере дальнейшего синтеза ДНК постепенно сползает к низкой. То есть в этом случае у нас во втором раунде репликации, значит, если вот в первом ДНК была где-то вот здесь, то во втором она поднялась бы вверх и дала бы зону где-то вот здесь. А что было бы в этом случае? А в этом случае у нас эти две нити опять бы разошлись, и на тяжелой, и на легкой синтезировалось бы дополнительно еще по одной легкой нити. Что это означало? Половина молекул стала бы промежуточной плотностью, половина легкой. То есть в этом случае мы должны были бы получить в центрифужном стаканчике одну зону такую же, как был на предыдущем этапе, а вторую легкую. Ну и оказалось, что работает именно эта схема. То есть во втором раунде репликации появилась легкая зона, и количество ее было примерно такое же, как промежуточное. Значит, вот этот вариант не работал. И таким образом был доказан полуконсервативный механизм синтеза, который как раз был предложен Уотсоном и Криком. Значит, этот полуконсервативный механизм, естественно, подразумевает, что есть какие-то системы, которые расплетают ДНК. Есть какие-то системы, которые присоединяют нуклеотиды к старой нити и проверяют их комплементарность. Есть какие-то механизмы, которые соединяют нуклеотиды. То есть для всего этого нужны были определенные белки, поскольку именно белки осуществляют различные процессы в клетках. И вот здесь дальше началась длинная и кропотливая работа по обнаружению этих белков и по их расшифровке. Но прежде всего первое, что, так сказать, было определено, из чего синтезируются нуклеиновые кислоты. Значит, вот та матричная нить, которая есть, она должна присоединять какую-то форму нуклеотида. И оказалось, что такой формой является нуклеозид трифосфаты. Рассказывали по биохимии про нуклеозиды? Не было такого. Ну, что такое АТФ, знаете, да? Значит, вот так же, как АТФ, может быть все четыре основания, которые есть в составе нуклеиновой кислоты. То есть может быть, соответственно, тимин, гуанин, аденин и цитозин. Все в форме трифосфатов. То есть АТФ, ГТФ, ЦТФ и ТТФ. Значит, все они несут большой запас энергии. То есть вот эти фосфатные группировки, которые здесь соединены ангидридной связью, которые очень невыгодны энергетически. Ее гидролиз приводит к выделению примерно 30 килоджоулей на моль энергии, чуть больше. И логично было предположить, что две фосфатные группы, соединенные такой, вот, как ее называют, макроэлектрической связью, будут хорошим субстратом. И, ну, здесь надо сказать, что на самом деле, когда исследовали ферментные системы, здесь исследование синтеза РНК несколько обогнало синтез ДНК, ну просто потому, что в клетке РНК больше образуется. И там как раз попали на эту удочку. То есть они взяли нуклеозид дифосфата и нашли фермент, который из него синтезирует РНК якобы. Потом оказалось, что это совсем не тот фермент, что в клетке оно в обратную сторону работает, но об этом мы в свое время с вами будем говорить. А чуть позже, когда начали работать с ДНК, уже было ясно, что нуклеотиды должны быть в форме трифосфатов. Соответственно, эти трифосфаты в случае синтеза ДНК должны были содержать дезоксирибозу, а таких нуклеотидов в клетке практически не обнаруживалось. И оказалось уже намного позже, что фермент, который поставляет вот эти вот нуклеотиды, точнее ферментная система из нескольких ферментов, она включается только тогда, когда идет синтез ДНК. То есть эти нуклеотиды не присутствуют в клетке в количестве большем, чем нужно для синтеза ДНК. Если мы возьмем эукариотические клетки, то этот фермент вообще не работает почти весь цикл клетки, кроме S-фазы. У бактерий ситуация другая, поскольку там синтез ДНК идет в быстрорастущих культурах непрерывно, поэтому он работает всегда, но именно в таком количестве дает продукты, которые нужны для образования ДНК. Понятно, что в связи с этим выделить из клетки такие нуклеотиды было невозможно. Их пришлось искусственно синтезировать химически. И это потребовало, в общем-то, определенного времени, когда их научились делать. Дальше начали пытаться смотреть, как идет эта реакция. Ну, то есть было ясно, что сначала должен подобраться правильный нуклеотид. Скажем, здесь у нас в цепочке имеется аденин, к нему должен присоединиться тимин.
Второй момент состоял в том, что было показано, что, в общем-то, синтез идет не по всей цепи, а в одной точке. То есть как бы место удвоения, место присоединения нуклеотида, она перемещается вдоль исходной матричной нити ДНК вместе с ферментом, и постепенно наращивается цепочка. То есть цепочка растет с конца в определенном направлении. Чуть позже мы к этому вернемся. Сейчас нам важно, что есть некое направление роста, и фермент, который, так сказать, в этой схеме должен занимать вот это вот место, он прежде всего удерживает вот этот конец, который должен наращиваться. Удерживает в том центре, где идет присоединение. Второе, он сидит на этой матрице и удерживает ее. Понятно, что вот здесь вот у нас есть межнуклеотидные связи, то есть эти две цепочки сами удерживаются, но концевой нуклеотид может отходить, он довольно легко отделяется, поскольку его не держат соседи. Вот, и фермент выполняет здесь функцию как бы соседей в длинной цепи, он удерживает это место. И дальше его задача стоит в том, чтобы подобрать сюда нужный нуклеотид. Этот процесс, по-видимому, идет путем случайного перебора, поскольку не показано, что в ферменте, в зависимости от того, что находится на матричной цепи, есть какие-то специальные перестройки. То есть для любого нуклеотида структура активного центра примерно одинакова, ну, настолько, насколько ее можно разрешить. Поэтому здесь важно именно взаимодействие. То есть может присоединиться и неправильный нуклеотид, но когда он сюда встанет, значит, понятно, что этот фермент после того, как нуклеотид присоединился, проверяет положение фосфатов этого нуклеотида. Они должны оказаться рядом с гидроксилом растущего конца. Если все правильно, то они точно попадают в это место. Сейчас мы знаем, что там в активном центре имеется довольно такой универсальный набор аминокислот, это несколько кислых аминокислот, таких как аспарадиновая кислота, которые своими карбоксилами фиксируют несколько ионов магния. Причем магний связывается с двумя карбоксилами, соответственно, оказывается между ними точно зажат в определенном месте, и он уже связывая фосфат, фиксирует фосфаты и как бы дополнительно ослабляет вот эту связь между двумя фосфатными группировками. В результате этого происходит разрыв связи между фосфатами, и фосфатная группа присоединяется, соответственно, к третьему положению дезоксирибозы на растущем конце. И таким образом происходит нарастание цепочки по одной. Чтобы все это определить, для начала надо было, вообще-то говоря, получить фермент и уже на нем смотреть, как он работает. Ну, то, что нужны три фосфата, я сказал, это было проверено просто по наличию активности. Ну, а как можно, вообще-то говоря, смотреть активность этого фермента? Нужно дать ему матрицу, нужно дать ему нуклеотиды. И дальше смотреть, как нуклеотиды из мономерной стадии переходят в полимерную. То есть нуклеотиды должны еще, так сказать, быть каким-то образом помечены, чтобы понять, где они оказались, в конце концов. То есть используются радиоактивные обычно нуклеотиды. И вот здесь надо сказать, что была целая цепь великих неправильных открытий. Собственно говоря, основы вот этой вот работы были заложены таким выдающимся молекулярным биологом Артуром Корнбергом-старшим, который, собственно, получил первым в чистом виде тот фермент, который синтезирует ДНК. У него был метод определения активности, то есть он брал ДНК, выделенную из какого-то объекта, растворял ее, добавлял туда ионы, оказалось, что нужны ионы магния обязательно, добавлял нуклеотиды и фермент и смотрел, как радиоактивность, которая была в нуклеотидах, переходит в кислоты, нерастворимую фракцию полимеров. Нуклеиновые кислоты, поскольку они кислоты, если вы добавляете в раствор кислоту, делаете pH там ниже 2, они, соответственно, не диссоциируют и начинают слипаться и выпадать в осадок. И, соответственно, выпадают и новые синтезированные цепочки, вместе с ними радиоактивность. Дальше, соответственно, этот осадок отфильтровывают, помещают в счетчики и определяют, сколько там включилось радиоактивности. Получив такой метод, Корнберг начал делать то, что обычно всегда делают энзимологи. Он начал очищать фермент различными методами, фракционируя вот этот экстракт. И в результате он получил фермент в чистом виде. Фермент этот был достаточно активен,
Как я уже говорил, было показано, что он требует трифосфатов для своей работы. Но вот когда начали проверять, как он работает на разных матрицах, возникла некая неожиданность. Если брали такой не очень, скажем, гомогенный препарат ДНК, ну, скажем, ДНК, выделенную из каких-то клеток животных, например. Понятно, что в животной клетке много хромосом и, соответственно, много разных молекул ДНК, плюс они большие, при выделении они ломаются, получаются отдельные фрагменты. Там вроде бы все работало. А вот когда брали вирусную ДНК, вот ту самую, о которой я в прошлый раз вам рассказывал, которая кольцевая и бывает сверхскрученная, вот оказалось, что на этой кольцевой сверхскрученной фермент не работает. Ну, логично было предположить, что он не умеет ее расплетать. Но оказалось, что если ДНК не сверхскрученная, а релаксированная, в результате того, что в ней произошел один разрыв или небольшое число разрывов, она тоже является очень плохой матрицей. Дальше были сделаны такие эксперименты, которые использовали некую ферментативную деградацию ДНК. То есть бралась ДНК, которая случайным образом разрывает цепи где-то в середине. Ну, это обычная наша, скажем, панкреатическая ДНК животных. И, соответственно, брали ее очень малое количество. То есть такое количество, что там на, грубо говоря, одна молекула фермента приходилась на миллион молекул ДНК и инкубировали в течение очень короткого времени. В результате в ДНК возникало небольшое количество разрывов, но поскольку фермент разрывает только одну нить, эти разрывы были в одной цепочке, а вторая оставалась целой. Таким образом, ДНК в целом сохраняла вроде бы вид целой релаксированной ДНК, а реально в ней было много надрезов. И вот оказалось, чем дольше инкубируется ДНК, тем больше надрезов делал, тем активнее ДНК-полимераза на ней осуществляет синтез. И когда это обнаружили, начали смотреть, какой, собственно, продукт-то образуется. То есть не просто включение радиоактивности, а выделяли полученную ДНК и смотрели, куда включается радиоактивные нуклеотиды. Оказалось, что они включаются в точке разрыва. То есть ДНК-полимераза удлиняет образующиеся в результате разрыва три штрих-концы молекулы, постепенно присоединяя к ним новые нуклеотиды, комплементарно второй цепи. А та вторая цепь, которая в этом месте была оторвана, она как бы отодвигается. То есть есть вот такая вот цепочка. Фермент сюда садится и начинает присоединять нуклеотиды вот сюда, где три штрих-конец. Значит, что в результате получается? Матричная цепочка как была, так и есть. До разрыва здесь все, что есть. Потом здесь присоединяется новая ДНК. Фермент перемещается. А старая ДНК как бы выдавливается из этого комплекса. И, соответственно, постепенно можно добиться того, что она вся будет замещена новой. Но синтез всегда будет начинаться именно с разрыва. То есть в данном случае оказалось, что фермент для начала синтеза нуждается в три штрих-конце. То есть он не способен начинать синтез новых молекул, он только удлиняет старые. Понятно, что при таком удлинении вот эта нить, уходя, должна раскручиваться, она должна как бы, так сказать, смещаться. Но в опытах инвитро, когда мерили активность фермента, синтезы были не такие длинные, и, в общем, это раскручивание нормально происходило. Но когда прикинули, что должно происходить в клетке, ужаснулись. Дело в том, что, скажем, к тому времени уже померили длину молекул ДНК кишечной палочки, у нее одна кольцевая хромосома, оказалось, что там где-то 4 с лишним миллиарда нуклеотидных пар. А полная репликация этого генома должна происходить где-то примерно за 20-30 минут.
Значит, на 10 нуклеотидов у нас один виток спирали. 4 миллиона. 4 миллиона – это, соответственно, получается 400 тысяч витков. 400 тысяч витков надо раскрутить за 20 минут. Представляете скорость вращения, да? А это в жидкой плотной среде и относительно тонкие молекулы. То есть просто из общих соображений они должны перегреться и разорваться. То есть это физически очень опасная ситуация, и нужно было что-то придумать с этим. И вот здесь было обнаружено, что по мере работы ДНК-полимеразы в ДНК первоначально накапливаются положительные сверхвитки. То есть оказалось, что она не раскручивает вот эту вот цепь, она как бы сгоняет витки вдоль. А дальше в дело вступает топоизомераза первого класса, которые за счет того, что здесь есть напряжение сверхвитков, делают разрыв, как мы с вами в прошлый раз говорили, в одной нити, протаскивают через нее вторую, и таким образом оказывается, что у нас витки сбрасываются за счет той самой энергии, которая в этих витках заложена. А эта энергия берется за счет движения ДНК-полимеразы, у которой энергия откуда? Ну, не АТФ, а разные нуклеозид-трифосфаты, да? В том числе и дезокси-АТФ. То есть энергия нуклеотидов тратится на образование связи, на движение. И, соответственно, способствует сгону этих витков. Но это в чистой искусственной системе. В клетке оказалось еще интересней. Выяснилось, что помимо топоизомераз есть еще один класс ферментов, которые не совсем ферменты, которые также занимаются пространственной модификацией ДНК, конформационными переходами. Это так называемые хеликазы, ферменты, раскручивающие спирали. И перед ДНК-полимеразой в норме идет комплекс, обладающий такой вот активностью раскручивающейся хеликаза, которая построена из 6 субъединиц, она как бы оплетает ДНК, ползет по ней, и вот эти витки сгоняет, расплетает. А дальше перед ней действует, когда витки накапливаются, топоизомераза первого класса. И таким образом происходит подготовка ДНК для работы ДНК-полимеразы. То есть ДНК-полимераза получает уже однонитевую ДНК в качестве матрицы. Еще более интересным оказалось то, что в этом процессе участвуют специальные белки, которые имеют высокое сродство к однонитевой ДНК. И эти белки, так называемые ССБ-белки, после того, как прошла хеликаза и расплела, садятся на ДНК, не дают ей снова схлопнуться. А когда подходит ДНК-полимераза, она их спихивает, они, в общем-то, связаны не настолько прочно, и, продвигаясь, синтезируя вторую нить, дальше уже в двунитевой ДНК эти белки не могут связаться. У них сросло именно к однонитевой форме ДНК. То есть оказалось, что довольно много вспомогательных белков нужно для того, чтобы этот синтез начать. Но самым неожиданным было то, что касалось, собственно, начала синтеза, не подготовки, а самого начала. Как я уже говорил только что, ДНК-полимераза может только присоединять нуклеотиды к имеющемуся 3-штрих-концу, то есть удлинять уже существующую цепь. Понятно, что когда молекула синтезируется заново, в принципе, нужно начинать с нуля. Кстати, это довольно интересное свойство. Практически все ДНК-полимеразы, и вирусные, и клеточные, и обычные, и те, которые, так сказать, работают в каких-то особых случаях, они не могут начать синтез заново, они только удлиняют цепи. По-видимому, это плата за точность. ДНК-полимераза должна не делать ошибок. А это означает, что все компоненты реакции в активном центре довольно жестко должны зафиксироваться. Когда образуется первая связь, у нас нет фиксации 3-штрих-конца. 3-штрих-конец представлен одним нуклеотидом, который держится только там двумя водородными связями. Поэтому понятно, что он будет гулять, и фермент, который фиксирует только строго определенное положение, с ним работать не сможет. Поэтому такое начало синтеза, так сказать, если бы оно было, оно шло в ущерб точности, то есть фермент должен был соединять не совсем правильно расположенные компоненты, так сказать, с некоторым люфтом.
И вот, соответственно, встал вопрос, а как, собственно, происходит в живых клетках? Одно решение вопроса нашли вирусологи для определенных групп вирусов. Но это был частный случай, мы на нем чуть позже, если время хватит, остановимся. А другой, собственно говоря, касался обычной репликации ДНК в настоящих клетках. И здесь очень, кстати, оказалось сделанное за несколько лет до этого наблюдение, которое явилось следствием экспериментов по выделению продуктов синтеза ДНК, образующихся за короткое время. Оказалось, что если брать определенные не очень благоприятные условия или получать некоторые мутации в клетках кишечной палочки, то в ней накапливаются некие фрагменты ДНК. Значит, работа эта была произведена японским ученым Оказаки. Он первоначально просто брал делящиеся клетки, быстрорастущие, давал им на короткое время радиоактивную метку, просто фосфат радиоактивный. Потом, соответственно, выделял ДНК из таких клеток при очень коротких инкубациях, буквально там в секунд, сколько-то десятков секунд или минуту. Потом, когда он выделял эту ДНК, он первое, что делал, определял ее размер путем центрифугирования, только уже не в градиенте плотности, а так называемым зональным скоростным центрифугированием. В этом случае в стаканчике центрифужном заранее создается градиент вязкости, ну, сахароза или глицерина обычно. Наносят сверху раствор образца, и после центрифугирования зона молекул, которые двигаются с некой постоянной скоростью, доходит до определенного расстояния. Чем, соответственно, больше масса молекул и меньше сопротивление среды, то есть более компактная их форма, тем быстрее они движутся. И когда выделяется такая суммарная ДНК, она образует такую, ну, скажем, довольно размытую зону с определенным размером молекул, который соответствует методу выделения. Чем более щадящий метод, тем больше размер молекул. Это было в обычном сахарозном градиенте. Что дальше сделал Оказаки? Он решил посмотреть вот эти матричную и вновь синтезированную форму, разделяя их путем щелочного гидролиза. Точнее, помещая в щелочную среду. В щелочной среде происходит депротонирование азотов кольца, пуринов и пиримидинов, и в результате исчезает одна водородная связь полностью. А вторая тоже обычно разрушается за счет того, что там аминогруппа была протонирована, она депротонируется, не аминогруппа, точнее азот, именный азот в данном случае, а кетогруппа в щелочных условиях может наоборот, так сказать, превращаться в OH-группу за счет миграции двойной связи. То есть связи между нуклеотидами в двух цепочках разрушаются, и цепочки становятся свободными. И вот такой щелочной градиент позволяет разделить цепи, скажем, если они различаются по плотности, а это может быть следствием разного состава, потому что разные основания имеют разные размеры и массу. Так вот, когда Оказаки поместил эту ДНК в щелочной градиент, оказалось, что основная масса ДНК, которая определяется по ультрафиолету, ведет себя как довольно крупные молекулы, а вновь синтезированная ДНК при коротких временах представлена очень короткими кусочками. То есть происходит как бы не непрерывное наращивание конца в длинные молекулы, образуется много коротких фрагментов. Значит, они так и получили название фрагмента Оказаки. Количество таких фрагментов, в общем-то, через какое-то время инкубации становится постоянным. И это указывало на то, что, образуясь, они через какое-то время сшиваются, переходят во фракцию более крупных размеров, и таким образом метка постепенно все больше и больше включается в высокомолекулярную ДНК, а вот эти короткие фрагменты длиной нескольких десятков или сотен нуклеотидов, их количество остается постоянным. То есть они как бы образуются и дальше сшиваются в более крупные молекулы.
Несколько позже, как раз когда встал вопрос о том, с чего же все-таки ДНК полимераза должна начинать синтез, анализируя вот эти вновь образованные фрагменты, исследователи нашли довольно странную вещь. Вот я говорил уже, что разделяли их в щелочных градиентах. Оказалось, что если подольше подержать их в щелочном градиенте, они укорачиваются. А ДНК устойчива к щелочи. Она денатурирует, но у нее связи прочные, удерживаются. А гидролизуется в щелочи РНК. А дальше, соответственно, начали идти уже по пути поисков того, что было очевидно, поисков РНК. Ну, прежде всего, посмотрели включение урацила. Оказалось, что плохо с включением урацила, и потом стало ясно, почему. Потому что тимин, который включается в ДНК, делается из урацила на уровне уже готовых нуклеотидов. Поэтому, если у вас урацил есть радиоактивный в клетке, он тут же превращаться будет в тимин, и будет и то, и другое меченое. Ну и тут как раз помогло то, что РНК гидролизуется в щелочи. Оказалось, что можно, даже не разделяя из такой вот вновь синтезированной ДНК, какую-то часть нуклеотидов щелочью выщепить. И оказалось, что выщепляется та часть, с которой, собственно, начинается фрагмент, то есть его 5 штрих конец. Начинается-то он... Начинается, но спрашивается, откуда там РНК взялась. И тогда обнаружили, что в комплексе с ДНК-полимеразой работает фермент, который синтезирует РНК. Значит, этот фермент как бы некой исключение из полимераз нуклеиновых кислот. Вот всегда, когда синтезируются нуклеиновые кислоты, они синтезируются по возможности точно. То есть чем точнее, тем лучше. И если мы возьмем ДНК полимеразы, у них ошибки случаются там один раз на миллион нуклеотидов. Если РНК полимеразы, то где-то один раз на 10 тысяч нуклеотидов. А вот эта РНК полимераза, которая синтезировала начало фрагментов Акасаки, делает в среднем одну ошибку на 10 нуклеотидов. Или даже чаще. И оказалось, что этот фермент может начинать работать в любой точке. То есть у него нет специфических каких-то сигналов начала. В результате получается, что он значит, вот у нас есть ДНК. Дальше поработала хеликаза, у нас получается вот такая вот петля. Здесь у нас пары нуклеотидные связывают. А сюда, соответственно, этот фермент синтезирует короткую затравку. Как я уже сказал, он делает довольно частые ошибки. Это приводит к тому, что чисто статистически, синтезировав фрагмент длиной там от 15 до 30 нуклеотидов, он совершает две ошибки близко друг от друга. К чему это приводит? Конец такой РНК на матрице уже не может правильно располагаться. И присоединение следующего нуклеотида невозможно. То есть неправильно образованный конец выскакивает из активного центра. То есть вот где-то вот здесь вот он, соответственно, уходит. И фермент, который это сделал, тоже уходит вместе с ним. Значит, вот этот фермент, синтезирующий затравки, соответственно, по-английски затравка праймер, получил название праймаза. То есть праймаза – это очень сильно ошибающаяся РНК-полимераза, синтезирующая довольно короткие фрагменты с любого места в ДНК практически. Что происходит дальше? Дальше в дело включается ДНК-полимераза. А вот ДНК-полимераза, у нее есть еще одно интересное свойство. У нее есть так называемая корректирующая активность. Если она случайно присоединила неправильный нуклеотид или два, она сама же их и уберет.
То есть она может давать задний ход с разрушением синтезированной цепи, если она неправильная. Собственно, именно это свойство и делает ее столь точной. То есть если случайно возникает неправильная пара, то понятно, что неправильный нуклеотид – это новый, старый, в матрице старый правильный, значит, фермент, двигаясь назад, отщепляет этот нуклеотид, а заодно на всякий случай еще 2-3. И потом начинает синтез заново. И вот, присоединяясь к этому месту, ДНК полимераза дальше начинает синтезировать, отщепляя этот хвост, начинает синтезировать ДНК. И в результате через какое-то время мы получаем, что у нас вот такой вот участок расплетен. Да, ну здесь идет хеликаза, все это, так сказать, продолжается. Вот здесь у нас будет хеликаза, которая идет сюда. Опять хеликаза идет сюда. Здесь у нас была затравка, дальше идет ДНК, которая синтезирует ДНК полимераза. И вот в это место она все время присоединяет нуклеотид. Но это по одной цепи. Что происходит на второй цепи? А на второй цепи возникает проблема. Дело в том, что нуклеиновые кислоты синтезируются только в одном направлении. Нуклеотиды присоединяются только к гидроксилу в третьем положении. Ну просто хотя бы потому, что нуклеотиды, которые есть в клетке, у них фосфат в пятом. И чтобы образовалась связь, один нуклеотид должен свой фосфат присоединить к третьему положению другого. Значит, здесь у нас, соответственно, 5 штрих-конец. Вот у этой молекулы здесь у нас 3 штрих-конец. В матрице совершенно ситуация обратная. Потому что цепи в ДНК антипараллельны. То есть здесь вот это 5 штрих, а это 3 штрих-конец. Здесь, соответственно, 3 штрих-конец. Здесь 5 штрих, а здесь 3 штрих. Значит, если мы начнем эту цепь синтезировать отсюда, она начнет образовываться с 3 штрих-конца, чего фермент делать не умеет. А он умеет делать только в обратном направлении. Поэтому синтез идет весьма запутанным образом. Если здесь это идет таким образом, то когда здесь образуется некая достаточно протяженная однонитевая область, а, напомню, она стабилизируется специальными белками, фермент синтезирует затравку в обратном направлении в конце уже расплетенной области. И дальше ДНК полимераза синтезирует вот до этих пор, пока здесь, так сказать, не упрется в конец. Что происходит дальше? Дальше через какое-то время эта нить продолжается. И расплетание продолжается. Соответственно, идущую здесь хеликазу, здесь идет все более длинная ДНК, которую синтезирует полимераза. А здесь у нас вот синтез начался вот в этом месте. А здесь дальше расплетается. Значит, вот эта затравка у нас окажется где-то вот здесь вот. И синтез дойдет до конца здесь. А здесь образуется новая затравка. И пойдет новый синтез до места этой затравки. И в результате вот этот вот участок, вот этот вот участок будут отдельными короткими молекулами. Это, собственно, есть фрагменты оказаки. То есть фрагменты оказаки образуются в результате того, что по одной из нитей синтез идет прерывисто. И, соответственно, для каждого такого фрагмента образуется своя затравка. Понятно, что затравка эта в конечном продукте не нужна. И фрагменты в конечном продукте должны быть объединены. Поэтому после того, как такой синтез проходит на достаточно протяженном участке ДНК, начинаются еще некоторые дополнительные процессы, о которых мы поговорим после перерыва. Итак, полученные фрагменты оказаки дальше должны быть лишены затравки, поскольку РНК в зрелом ферменте быть не должно, и должны быть сшиты между собой. Чтобы рассмотреть, как осуществляются эти процессы, нам с вами придется коснуться еще некоторых особых свойств ДНК полимераз. И говоря об этих особых свойствах, мы должны немножечко, так сказать, опять же коснуться истории вопроса. Значит, как я уже говорил, Артур Корбек выделил ДНК полимеразу из кишечной палочки в чистом виде
Это оказался довольно большой белок, белок с молекулярной массой где-то порядка 110 тысяч дальтон. Ну, обычно, когда работаю с нуклеиновыми кислотами, с какими-то ферментными системами, всегда контролируют, насколько используемые препараты загрязнены различными нуклеазами. И вот здесь возникла неожиданная вещь. Когда Корнберг начал проверять загрязнение нуклеазами полученных препаратов, оказалось, что они не просто загрязнены, а очень активны, как нуклеазы. Но при этом довольно специфические. Значит, если вообще говорить о ферментах расщепления полимеров, они, так сказать, работать могут по разным принципам. Ну, прежде всего, разные химические реакции могут быть. Ну, нас интересуют в основном гидролазы, ферменты, которые подвергают гидролизу те или иные соединения. Это и ферменты, скажем, пищеварения, и ферменты деградации, скажем, матричных РНК, ненужных в клетках, и ферменты расщепления белков в клетках. Ну, только в некоторых случаях для некоторых растительных полимеров используются лиазные реакции. То есть в любом случае для нас сейчас все, что мы будем говорить, это гидролазы. И, соответственно, эти гидролазы могут разрывать связи в разных местах. Если мы говорим про расщепление ДНК, как, впрочем, и другого полимера, есть два подхода. Можно отщеплять мономеры с конца по одному, а можно рвать в каких-то местах в середине. Соответственно, такие ферменты называются эндо- и экзогидролазами. То есть эндонуклеазы рвут ДНК в середине, а экзонуклеазы с концов. И когда речь идет о ферментах деградации, которые используются, скажем, в пищеварительном тракте, как защита от вирусов и прочее, это почти всегда эндонуклеазы, поскольку эндонуклеаза может путем одного разрыва фактически превратить молекулу в две половинки, каждая из которых нефункциональна. Более того, когда эндонуклеаза сделала один разрыв, она может сделать и второй, и постепенно дробить до довольно мелких фрагментов. А экзонуклеаза, начиная отщепление с конца, может, во-первых, узнать какое-то не очень важное, удалить кусок на конце. Как правило, концы не жизненно важные у таких длинных молекул. Вот. Второй момент состоит в том, что экзонуклеаза работает медленно. У молекулы есть только один конец, который она может отщепить группу. Отщепила, как всякий фермент, реакцию провела, удалилась. Надо опять искать конец. Время уходит на диффузию. А поскольку молекулы большие, диффундируют они медленно. Поэтому работа получается не очень быстрой. А эндонуклеаза, соответственно, находит случайный любой участок и разрывает там. И в тот момент, когда Корнберг вот эти первые работы с полимеразами делал, в общем-то, были известны в основном эндонуклеазы. С экзонуклеазами только-только начали сталкиваться. И вот оказалось, что ДНК полимераза обладает как раз экзонуклеазной активностью. А экзонуклеазная активность может быть двух типов. Поскольку отщепление идет с конца, а концов два, и они разные, то есть два типа экзонуклеаз. Одни из них отщепляют нуклеотиды с три-штрих-конца, они так и называются три-штрих-экзонуклеазы. А другие с пять-штрих-конца, они так и называются пять-штрих-экзонуклеазы. Так вот, ДНК полимераза у Корнберга обладала и той, и другой активностью. Она могла отщеплять нуклеотиды с разных концов. Еще раз подчеркну, это в искусственных системах. А дальше было обнаружено еще одно интересное свойство этого фермента. Оказалось, что если его подвергнуть очень-очень слабенькому протеолизу, ну, добавить там, грубо говоря, трипсин в соотношении 1 молекула трипсина на 10 тысяч молекул ДНК полимеразы и проинкубировать всего несколько минут, то фермент распадался на две части. То есть оказалось, что этот белок состоит из двух глобул, связанных достаточно доступным для протеолиза участком. И одна из них, большая глобула, размером где-то около больше 80 тысяч дальтон, она как бы обладала активностью полимеразы, а вторая поменьше не обладала активностью. То есть оказалось, что для полимеразной активности достаточно только части молекулы. И эта часть явно была как-то очень непрочно соединена с оставшейся.
Но это была основная часть. Вот эта основная часть также обладала экзонуклеазной активностью, но уже только одной. Триштрих экзонуклеазной. То есть этот фрагмент, он, ну, по фамилии того, кто его первым получил, получил название фрагмент Кленова, значит, он, соответственно, обладал двумя активностями. Он мог присоединять триштрих гидроксилу следующий нуклеотид, если у нас все нормально, если у нас есть матрица и затравка. Но он же мог отщеплять нуклеотид с трих конца. Это долгое время оставалось непонятным, почему так происходит. Сначала даже считали, что это один и тот же активный центр делает. Но потом оказалось, что нет. Потому что когда присоединяется нуклеотид, используется нуклеазид трифосфат в качестве субстрата, а когда отщепляется, гидролизуется монофосфат. То есть, так сказать, реакция не обращается, реакция другая. В первом случае это перенос, а во втором случае с отделением пирофосфата, а во втором это присоединение воды. Дальше было показано, что в пределах молекулы это разные центры. Но оказалось, что эти разные центры могут как бы за счет перестройки молекулы меняться местами. И, соответственно, в тех случаях, когда у нас все хорошо идет, каталитический центр, присоединяющий нуклеотиды, присоединил нуклеотид, сдвинулся по цепочке, присоединяет следующий нуклеотид, и тогда непрерывно и быстро. Если же случайно присоединен неправильный нуклеотид, то следующий нуклеотид к нему присоединить трудно. Ну вот, если вернуться к той картинке, которую я вам безуспешно пытался показать, вот здесь у нас гуанин, и здесь вот этот гидроксил. Если бы здесь вместо гуанина присоединился аденин, этот гидроксил смотрел бы не сюда, а вот сюда. А когда сюда присоединяется этот нуклеотид, его фосфат смотрел бы не на гидроксил, а вот в это место между рибозой и основанием. И понятно, что никакого присоединения в этом случае нет. То есть, если у нас пришел неправильный новый нуклеотид, у нас фосфат и ваша группа не совпадут. Если уже включился неправильный нуклеотид, следующий придет правильным, но опять фосфат и ваша группа не совпадут в пространстве. И связи образовываться не может. И фермент с этим активным центром застревает на этом месте. Ну что значит застревать? Застревает он на какие-то миллисекунды. Дальше за счет диффузии он начинает немножко менять свою конформацию, и в это место приходит другой центр, центр гидролиза. И он этот триштрих неправильный нуклеотид отщепляет. И таким образом присоединенный неправильный нуклеотид удаляется, и ошибка исправляется. То есть эта коррелирующая активность, она, в общем-то, позволяет ферменту минимально ошибаться, что очень важно, естественно, для сохранения генетической информации. А вот второй фрагмент, который отщепляется трипсином от фермента, оказывается, имел только 5 штрих экзонуклеазную активность. Он не имел активности полимеризационной, а как бы удалял нуклеотиды с конца противоположного тому, где шел синтез. И когда я в этом разобрались, стало ясно, почему фермент хорошо работает на разорванных матрицах. Я вам рисовал схематично, что вот он идет и отгибает ДНК. Он ее не отгибает, он ее гидролизует. То есть фермент делал следующее. Он, перемещаясь вдоль молекулы и синтезируя новую цепь, перед ней гидролизовал старую. То есть вот у нас имеется ДНК с таким аденитивым разрывом, здесь сидит фермент. Одна активность у него действует сюда, расщепляя, а вторая действует сюда, присоединяя нуклеотиды, я вот так вот их обозначу, в эту позицию. Что будет через какое-то время? Матричная нить как была, так и осталась. Вторая нить, вот она до сих пор была старая, дальше к ней присоединяются новые нуклеотиды. И фермент идет по ней. А здесь он, соответственно, отщепляет, и вот эти вот ушедшие фрагменты, кусочки отдельные нуклеотиды, уходят в среду. И таким образом, двигаясь, он как бы переносит этот аденитивой разрыв. Ну, соответственно, в практике такой процесс получил название ник-трансляция. Ник по-английски разрыв, аденитивой разрыв в ДНК, она обозначается этим термином. Это значит как бы перенос аденитивого разрыва, ник-трансляция. Одно время этот метод довольно широко использовался, чтобы получать радиоактивно меченые ДНК. То есть вы имеете ДНК, в которой есть какой-то разрыв, даете ДНК полимеразе меченые нуклеотиды, она двигается и застраивает этими меченными нуклеотидами определенный участок. Ну, сейчас, во-первых, химические синтезы стали более доступными, во-вторых, появились другие более
скажем так, надежные и продуктивные системы. Здесь мы можем сделать фактически только одну копию с каждого разрыва. А сейчас есть методы полимеразной цепной реакции, которые позволяют получать миллионы копий. Поэтому сейчас он применяется довольно редко, но в свое время это был такой достаточно широко используемый метод. Значит, это все характеристика этого фермента. Понятно, что для чего он отщепляет с 5 штрих конца, было неясно. 3 штрих конец понятно, с 5 штрих конца неясно. И неясно было это по одной простой причине. Все искали ответы на этот вопрос в процессе репликации ДНК. Оказалось, что он к ней не имеет никакого отношения. И дальше произошло некое событие. Да, ну, Кормер делал эти работы в конце 50-х, начале 60-х годов, где-то в 67-м или 68-м году он получил Нобелевскую премию за вот это открытие исследований фермента. И все было хорошо, и все было очень и очень, так сказать, красиво до одного момента. Есть такая вредная категория биологов, они называются генетики. Они портят все и называют это мутациями. И вот нашлись генетики, которые взяли кишечную палочку бедную, несчастную, с ней можно все что угодно делать. Она, во-первых, многое выносит, во-вторых, совсем не сопротивляется, в отличие, скажем, от собаки Павлова. Вот. И вот они сделали мутант кишечной палочки, у которого вот этого фермента не было. Ну, то есть не то, чтобы совсем не было. Мутация была в гене этого фермента, и при повышенных температурах он не образовывался. Почему именно при повышенных температурах? На самом деле это довольно распространенный подход для генов, которые являются жизненно важными. Если вы получите мутацию, при которой ген не будет работать, у вас клетка умрет, и ваша мутация пропадет. Что делают? Делают мутацию в этом гене такую, чтобы она при более низких температурах или, скажем, при определенных условиях среды не проявлялась. Ну, то есть белок, скажем, термочувствительный, при нагревании чуть-чуть выше он денатурирует. И вот эти так называемые ТС-мутации, они позволяют выращивать эти культуры, скажем, в случае кишечной палочки, при температуре где-то 25-30 градусов, а при температуре около 40 градусов она гибнет. И таким образом можно и отбирать эти мутации, и поддерживать их. И вот когда получили такую ТС-мутацию по этому ферменту, выяснили, что она никак не проявляется. Клетки живут, как жили. Фермента нет. Ну тогда сделали совсем злую мутацию, вообще этот ген разрушили. А клетки живут. То есть репликация ДНК происходит без этого фермента. У Нобелевской премии назад не отнимают, Кормер действительно сделал много, поэтому, так сказать, все это было вроде так более-менее пристойно, но Кормберга это задело. Ну как же так? Вроде работал много, и работа интересная была, и Нобеля дали, а выяснилось, что все не так. Незадолго до этого другую Нобелевскую премию дали Северо Очоа, тоже за то, что на самом деле не было тем, за что это приняли. Но там, как говорится, он спокойно перенес. А вот Кормберга это задело. Он начал искать. Он взял у этих генетиков мутантный штамм, у которого нет его этой самой любимой ДНК-полимеразы, начал смотреть, что там происходит при синтезе ДНК. Он опять повторил все процедуры определения активности, выделения и прочее, и нашел еще один фермент, так называемый ДНК-полимеразу-2. Первая получила название ДНК-полимераза-1 или фермент Кормберга, вторая ДНК-полимераза-2. ДНК-полимераза-2 был совершенно другой фермент, он немножко поменьше размером, у него не было 5 штрих экзонуклеазной активности, его было значительно меньше, почти в 100 раз по активности меньше в клетках, поэтому на фоне первой полимеразы его было незаметно, что объяснило все предыдущее. И вроде бы Кормберг себя реабилитировал. Но генетики вредные люди, они его добивали. Они взяли штамм, в котором не было полимераза 1, и получили мутант в нем по полимеразе 2. И он опять прекрасно жил. Правда, потом оказалось, что не совсем прекрасно. Он хорошо жил в идеальных лабораторных условиях. И оказалось, что эти идеальные лабораторные условия, чем хороши, в них очень слабы различные мутагенные воздействия на ДНК. То
То есть нет ультрафиолетового излучения, нет ионизирующей радиации, нет вредных химических веществ, температура оптимальная, pH оптимальный. И в этих условиях клетки жили и размножались хорошо. Однако выяснилось, что если такие ферменты, у которых нарушена ДНК полимераза 1, подвергнут ультрафиолетовому облучению, количество мутаций у них на порядок, а то и больше, превышает то, что в нормальных клетках. То есть оказалось, что ДНК полимераза 1 – это фермент, прежде всего участвующий в процессах репарации, восстановления ДНК после повреждений. Но об этом мы будем говорить с вами отдельно позже. А сейчас мы, продолжая ту же самую линию, должны сказать, что Кормерик уже был человек немолодой, он выдохся. И следующую работу сделали другие исследователи, отчасти потому, что она потребовала несколько другой идеологии. Кормерик работал с нормальными растворимыми белками, что было разработано, хотя там и очистки были фантастические, массу материала надо было перерабатывать. Но это была стандартная такая препаративная химия ферментов. А вот дальше было обнаружено, что если взять вот эти мутанты, у которых нет первой и второй полимеразы, и просто посмотреть на них методом радиоавтографии, в каком месте у них синтезируется ДНК, оказалось, что новая синтезированная ДНК оказывается связанной с мембранами. И дальше из мембранной фракции, уже не из цитоплазмы после разрушения клеток, а удалив цитоплазму, взяв мембранную фракцию, определенным образом ее обработав, была выделена третья форма ДНК полимеразы. И вот эта ДНК полимераза 3 оказалась как раз той, которая реально осуществляет репликацию. Она связана с мембранами, и синтезированная ДНК как бы протаскивается через определенное место на мембране, где связан этот фермент. Помимо этого, для этого фермента характерно то, что он образует устойчивый комплекс с ДНК-хеликазой. То есть расплетание идет фактически одним белковым комплексом. Поскольку этот фермент локализован на мембране, он, в общем-то, не совсем в обычной клеточной среде находится. Поэтому он довольно неустойчив, если его в чистом виде выделить, скажем, к воздействию высокой ионной силы. А это часто используется при очистке белков, поэтому, так сказать, Кормерик на него просто не натыкался. Ну и что самое интересное, фермент этот отличается тем, что он присутствует в довольно малых количествах, но зато у него очень высокая удельная активность, то есть он очень быстро работает. Кроме этого, есть еще одно особое свойство этого фермента, которое как раз связано с тем, что он является основным реплицирующим ферментом. Значит, ну если вы посмотрите на ферменты вообще, для характеристики ферментов основным параметром является их активность. То есть количество субстрата, которое фермент перерабатывает за единицу времени. Это касается обычных ферментов, ну, скажем, тех, которые осуществляют энергетические процессы, которые превращают там одни аминокислоты в другие, которые гидролизуют что-то. С гидролизующими полимерами уже немножко бывает посложнее. А с ДНК-полимеразами и РНК-полимеразами важными оказываются еще два параметра. Один из них – это точность. Как я уже говорил, ДНК-полимераза имеет корректирующую активность, и за счет этого его точность сильно повышается, но и исходная некоррекционная система дает довольно малое число ошибок. Интересно, что в большинстве случаев количество ошибок примерно коррелирует с размером ДНК, который реплицируется. То есть примерно одну ошибку на геном бактерий делает фермент, то есть одну ошибку, там, на одну-три ошибки, вот так вот. То есть примерно на миллион, пять миллионов нуклеотидов одна ошибка. Опять же, вредные люди генетики сделали мутации ферментов, которые делают меньше ошибок. Оказывается, его можно улучшить было. А природа это почему-то не сделала. Когда они сделали такой более точный фермент, то клетки с ним жили точно так же хорошо. Не лучше и не хуже. А дальше, когда это клетки с мутацией такого рода запустили в нормальную биологическую окружающую среду, а что такое нормальная окружающая среда для кишечной палочки? Кишечник. Экспериментатор просто выпил ее.
Вот. Но перед этим ее пометили еще одним геном, геном, который образует меланин, и пигменты, вот, которые у нас с вами окрашивают волосы и кожу. А у бактерий их в норме нет, но туда загнали соответствующие гены. Вот эту самую мутантную черешню палочку, которая с одной стороны окрашена в коричневый цвет вместо нормального светлого, и с другой стороны имеет очень точную ДНК-полимеразу, выпустили в кишечник себе. И дальше начали на выходе смотреть, что получается. И выяснилось, что буквально через 4-5 дней они исчезли. Хотя у них все остальное было нормально. Они нормально перерабатывали вещества, нормальная энергетика, нормальные биосинтезы. Только ДНК более точная. И, в общем-то, это подтверждало то, что биологи давно предвидели, еще с дарвиновских времен. Живым организмам необходима определенная степень изменчивости. Иначе они не могут приспособиться к среде, в которой все время происходят изменения. Поэтому на всех этапах синтеза белков и при репликации ДНК, и при синтезе РНК-матриц, и при синтезе самих белков на рибосомах запрограммирован определенный процент ошибок. Более того, возникают некоторые совсем уже крамольные предположения. Ну, скажем, у нас средний белок состоит где-то из 300-500 аминокислот. Исходя из того, сколько ошибок делается при синтезе РНК и сколько ошибок делается при синтезе белка, можно предположить, что большая часть образующихся молекул не имеет правильной последовательности аминокислот. То есть во всех них есть хотя бы одна замена какая-нибудь. Понятно, что некоторые замены приводят белок к полной негодности, этот белок быстро разрушается в клетках, а другие, по-видимому, имеют определенный смысл. Ну, скажем, они могут приводить к тому, что фермент немножко лучше переживает какие-то определенные нехарактерные условия. Или лучше работает в каких-то, так сказать, случаях, когда, в которые клетка попадает редко, то есть они физиологичны, но не часто встречаются. И обычно можно один фермент просто побольше его сделать, а если появляется такой мутант, то он, так сказать, работает в этих условиях хорошо. То есть вот это вот... Очень трудно проверить, почему. Для этого нужно определять последовательность аминокислот в каждой индивидуальной молекуле. А все методы анализа последовательности в белках – это химические методы, работающие там с, ну, как минимум 10^9 степени молекул. Просто чувствительности иначе не хватает. Но вот из, так сказать, тех экспериментальных данных по точности синтеза, которые мы имеем, получается такая вещь, и именно вот это позволяет, так сказать, адаптироваться к более широкому спектру условий, не меняя основной геном. То есть сохраняя все базовые информационные структуры, при этом, так сказать, делать вариации на уровне работающих механизмов. Ну и, соответственно, если говорить про ДНК-полимеразы, то мы видим, что они все отличаются высокой степенью точности работы, но третья самая высокая имеет. У второй самая низкая, а первая имеет, в общем, достаточно высокую, но измеряемую миллионами примерно, около миллиона. Это несколько меньше генома. Если же говорить про третью, то там, ну, порядка 5 миллионов величины. Бывают, по разным данным, разные получаются, там довольно трудно это померить, оказывается. Интересно, что специфические полимеразы вирусов, которые реплицируют более короткие вирусные геномы, ошибки делают чаще, но зато работают быстрее. У эукариот ошибки делают реже, но работают медленнее, поэтому нужно много точек репликации создавать. Но это мы, опять же, в следующий раз уже с вами будем разговаривать про эукариотические особенности. И третий параметр, который характеризует полимеразы, это процессивность. Значит, что такое процессивность? Вот как обычно работает фермент. Он связывается с субстратом, осуществляет реакцию и отделяется от субстрата. Ну или обычно, поскольку фермент большой, субстрат маленький, говорят, что субстрат связывается с ферментом, потом уходит. Понятно, что в данном случае, как это ни назови, суть одна и та же. Два компонента встречаются за счет диффузии, специфически взаимодействуют, проходят реакции, потом они расходятся. То есть фермент взаимодействует с этим субстратом один раз. В случае синтеза ДНК нужно присоединять миллионы нуклеотидов. То есть с данной матрицей и данным растущим концом нужно взаимодействовать много раз.
Если бы фермент каждый раз уходил и приходил, это было бы очень медленно. Поэтому фермент остается связанным с синтезированной ДНК. Обычно, так сказать, основная его фиксация – это как раз то место, где идет синтез. То есть он связывает матричную нить на каком-то протяжении, связывает растущий конец, и на этом месте остается и держится. Понятно, что все-таки с какой-то вероятностью рано или поздно он отделится. Почему? Ну, потому что, как я уже говорил, активные центры подвижны, может быть, замена корректирующего на синтетический, и вот в этот период теряется связь с растущей нитью. Точно так же все остальные участки связывания, они, в общем-то, держатся за счет слабых взаимодействий, таких как водородные связи или ионные связи, которые достаточно легко замещаются компонентами среды, водой и ионами солей. Поэтому с некоторой вероятностью фермент может оторваться. И процессивность, скажем, для полимеразы Корнберга, ДНК полимераза 1 кишечной палочки, составляла где-то несколько тысяч нуклеотидов. Ну, понятно, как можно ее мерить. Вы даете просто радиоактивный предшественник в какой-то системе на матрице, которая достаточно длинная и содержит однонитевые разрывы, и смотрите, какой длины максимально у вас получаются продукты. Вот эта длина в несколько тысяч, она, естественно, маловата для генома. Геном миллионы. Оказалось, что у второй полимеразы процессивность тоже примерно такая же, не сильно отличается. А вот у третьей процессивность померить не удавалось, она уходила в бесконечность. То есть какую бы ДНК по длине ни брали, она реплицировалась целиком. И это, в свою очередь, тоже было непонятно. С одной стороны, понятно, что нужно, чтобы это было. А с другой стороны, можно предположить, что если бы фермент очень прочно был связан на матрице, он не смог бы по ней двигаться. То есть энергии разрыва нуклеотидов не хватило бы для движения, если связь очень прочная. Поэтому здесь вот возникает такая некая проблема, которая связана именно была с тем, как это осуществляется. Ну и решение этой проблемы было достигнуто тогда, когда изучили, как устроен фермент, и некоторые определенные особенности его работы. Значит, это оказалась вот такая страшная штука. Понятно, что это картинка, но она примерно, так сказать, границы проведены по линиям определенной электронной плотности молекулы. То есть существует несколько субъединиц, входящих в состав этот комплекс. Ну, первое, то, что считается самостоятельным ферментом, это хеликаза. Вот здесь она показана в виде такого гексамера, который как бы сидит в начале, и через который проходит ДНК и расплетается. Дальше, соответственно, имеются парные субъединицы тау, которые связываются в этом месте через гамма-субъединицу, удерживают этот комплекс и удерживают все остальные субъединицы. Есть, соответственно, вот эти тау, дельта и гамма-субъединицы, они, по сути дела, структурные, то есть они определяют сборку. А активность определяется вот такой вот структурой, которая, в принципе, может быть отделена в определенных условиях и просто сама может катализировать присоединение нуклеотидов. Она не может осуществлять всю репликацию, но реакцию присоединения она осуществляет. Значит, она построена из трех субъединиц, альфа, эпсилон и тета, и, соответственно, к ней еще примыкает субъединица бета. Значит, вот эти вот субъединицы бета отличаются от других белков тем, что у них имеется своя собственная ферментативная активность, ненужная для синтеза ДНК. Это активность АТФ-фазы. То есть бета-субъединицы связывают АТФ, и бета-субъединицы в процессе синтеза ее гидролизуют в очень небольших количествах. Первоначально считали, что это как бы некая движущая субъединица, которая механическое перемещение обеспечивает. Оказалось, нет, количество гидролизуемых АТФ намного меньше количества присоединенных нуклеотидов. И дальше, в общем-то, было обнаружено такое интересное явление, как перестройка структуры этой субъединицы в процессе гидролиза АТФ. Оказалось, что она претерпевает очень сильные конформационные изменения. Реально две бета-субъединицы в норме без гидролиза АТФ образуют вот такую вот клешню, то есть они в двух местах контактируют, а здесь они разомкнуты. После присоединения АТФ такая структура становится чувствительной к связыванию ДНК.
в этот проем, который там в клешне есть, может пройти однонитевая ДНК, и когда она туда внутрь попадает и взаимодействует с бета-субъединицей, она индуцирует гидролиз АТФ. А АТФ, распадаясь, приводит к информационному перестройке самой бета-субъединицы, и клешня замыкается. В результате, вот здесь мы видим такое кольцо из двух бета-субъединиц, в них уже нет АТФ, но, сомкнувшись, они, соответственно, так сказать, будут такими сомкнутыми очень и очень долго. А внутри у них находится однонитевая молекула ДНК, которая, пройдя через это кольцо, попадает как раз вот в эту коровую часть фермента, там, где находится активный центр, где на ней синтезируется вторая нить. А поскольку кольцо замкнуто, даже если активный центр потеряет матрицу, он никуда с нее не денется, потому что кольцо его там держит. И вот эта ДНК, протаскиваясь через это кольцо, может пройти практически бесконечно, пока она не кончится. Ну, по крайней мере, на кольцевых молекулах показывали, однонитевых, показывали, что она делает более одного кольца. А это означает, что, в принципе, если, так сказать, более адекватно подобрать условия, она может вертеться почти бесконечно. То есть вот это наличие бета-субъединиц, которые замыкаются в кольцо, увеличивает процессивность практически до бесконечного значения. И таким образом этот фермент может пройти весь геном, или, по крайней мере, всю ту ДНК, на которой он работает, если это часть генома. Ну и в свое время, это было обнаружено еще в начале 60-х годов, электронным микроскопическим методом. Вот здесь показаны картинки из оригинальной работы Тернса, который использовал радиоавтографию ДНК. Он брал кишечную палочку, опять же, давал ей какое-то количество радиоактивного фосфора в среду, после чего клетки лизировал мягким способом. То есть он брал некий раствор, который содержал детергент гидроцилсульфат натрия в высоких концентрациях, имел высокую вязкость. И на него наслаивал суспензию клеток. Клетки на границе лизировались, и ДНК как бы растягивалась по этой границе. Дальше к этой границе подносили сеточку электронную микроскопическую, на которую нанесен был слой положительно заряженного белка, стахрома С. И ДНК прилипала. Прилипала вот в таком расплавленном виде. После этого его в темноте заливали фотоэмульсией, экспонировали какое-то время, проявляли и дальше смотрели в электронный микроскоп. Вот эти черные точки – это зерна серебра на том месте, где были радиоактивные излучения. Значит, это вот стационарная ДНК, ДНК, которая, так сказать, выращивалась в присутствии определенного количества фосфата, она имела вот такую форму. Это, кстати, был первый случай, когда каким-то образом попробовали определить размер молекул ДНК. То есть, когда вы в электронном микроскопе знаете, какое увеличение, вы можете измерить контурную длину того, что увидели, умножить на коэффициент соответствующий и получить длину. И оказалось, что в кишечной палочке, которая длиной всего 2 микрона, находится ДНК, кольцевая длина, которая 1 миллиметр. Но не всегда картинки получались такими. Поскольку клетки быстро росли, то у них возникали ситуации, когда вот, так сказать, здесь у нас прошел один цикл репликации, а здесь начался второй. Если здесь у нас одна нить меченая, и вот здесь одна нить меченая, то вот здесь интенсивность больше, поскольку в этом месте началась репликация и началась метка во второй нити. Таким образом, оказалось, что синтез ДНК начинается в одной строго определенной точке, так называемой оригине репликации. Значит, здесь он расположен вот здесь в верхней части. И дальше синтез идет в двух направлениях. Опять же, здесь на этой картинке не видно, но если определенным образом подобрать временные экспозиции, выясняется, что точка, где репликация началась, если мы начнем репликацию без радиоактивного фосфора, добавим его потом, то вот это место неудвоенное окажется в середине. И таким образом было показано, что репликация двунаправленная, то есть в каждую сторону работает свой ферментативный комплекс. Ну и, собственно говоря, постепенно увеличивая такую реплицирующую часть, ДНК в конечном счете превращается в два отдельных кольца. Значит, ну вот здесь мы видим серию таких снимков. Значит, вот это начало, появляется такой глазок. Дальше, соответственно, происходит постепенное увеличение
этого глазка настолько, что ну, вот здесь вот эта вот старая часть, а вот эти две новые части, большая часть молекулы уже реплицирована, здесь, соответственно, реплицирована еще большая часть. А здесь мы видим, что вот эта небольшая часть, соединяющая два кольца, это старая нереплицированная ДНК, а это уже новые реплицированные фрагменты. И дальше они, соответственно, по завершении процесса репликации разделяются. Ну, здесь вот параллельно приведены такие цветные схемки того, что здесь происходит. Видно, что постепенное увеличение вот этой удвоенной зоны приводит к уменьшению неудвоенной, и в конце, так сказать, опять же, в строго определенных точках возможно окончание синтеза. То есть фермент доходит до определенных мест, где есть белки, которые его как бы сбрасывают оттуда и соединяют образующиеся концы. Значит, это вот то, что касается репликации таких кольцевых молекул. Ну и на этом мы с вами сегодня закончим, а в следующий раз нам предстоит более детально разобрать то, что касается образования фрагментов оказаки уже на уровне фермента, и то, чем отличается репликация у эукариот. Там есть свои отдельные проблемы. На сегодня все. Спасибо.